Бирюков. Евгений Бирюком. Ну и вот Пирцакина, простите. Ну и вот теперь уже Гуляш и Пирцакин. Первая пара защитников посоединилась. И гол! И гол! Подставлена клюшка. Авангард выходит вперед. И был бессилен что-либо сделать. Да! Вы знаете, Блатик-то делает передачу. А шайбу-то, похоже, забрасывает. Потехин. И шайба сошла с крюка. Контратака. Попов убежит. Или нет? Опаснейший момент. Выход к воротам. Бросок. Гол. Вот так вот. Что, дубль Казакова? Вот это да. Долго-долго, как говорится, копил энергию. И Пережогин. Не получилось бросить у Пережогина. Но сделал какую он передачу назад Казакову, а просто на заглядение, как тонко сыграл Пережогин. Давайте еще раз насладимся этим моментом. Вот шайба Пережогин. Опа! Оставляет. Он думал по... Ну и Авангард не слишком удачно проводил первые периоды. Вот сегодня посрамил статистику. Победили подопечные Милоша Ржиди 2-0 в стартовом отрезке. 25-я команда была в игре в первых периодах. Авангард бросал с убойной позиции. Не смог переиграть вратаря. Но продолжается атака Металлурга. Бирюков можно бросать. В Блатика. В его клюшку попадает еще момент. И все-таки гол. Мазякина одного как оставили на чистом льду. 11-ю шайбу в этом чемпионате. Дотронулся Гарон до шайбы. Удалось. 25 секунд. И есть возможность у Тимкина. Прет как танк в своей манере. Тимкин убирает игроков Авангарда. И какой красивый гол Евгения Тимкина. Два сольный проход. И кого он там оставил, так и не удел. От Кулеша очень легко ушел. Вот так переиграл Тимкин капитана. Играючи. И также не оставил шансов Мэтью Гарону. 2-2. Авангард по игре в третьих периодах. Лишь 2 победы, 9 ничьих и 10 поражений. Вот выход 2 в 1, пожалуйста. Ну и посмотрите, что творит Мазякин, а? Как здорово обманул Гарона. 3-2, Магнитка впереди. Ну и Зарипов классную передачу, конечно, сделал. И как убрал Гарона Мазякина. Да. И вот так. Давайте смотреть. Шайба прыгала. И как тут сейчас дважды Блатик. Как заправский вратарь сыграл. Набрал лишь 3. Одна заброшенная шайба. 2 результативные передачи. Продолжается большинство. Магнитки! И опять Мазякин прошивает голкипера Авангарда. Хет-трик Сергея Мазякина. Бейсболки на лед не посыпались, но нельзя так давать бросать Мазякину. Никто не вышел под бросок. И в третьем периоде лишь тоже одну смену провел. Бросок по воротам. И как там Зарипов поймал шайбу на крюк. 2-5. Вот это да. Данис Зарипов. Ну и похоже, Милошу Ржиги уже нужно думать о следующих матчах. Зарипов к двум результативным передачам добавляет еще и заброшенную шайбу. Да, нет, клюшка была невысоко поднята, но как заправ. 5-2, победа команды Майкла Кинана. Все-таки во втором и в третьем периоде переиграли они соперника. Ну и опять здорово, здорово выглядят лидеры после двух не слишком результативных матчей.